Миллиардер Илон Маск приобрел сервис коротких сообщений Twitter почти за 44 миллиарда долларов. Предприниматель заявил, что верит в потенциал этой компании как платформы для свободного выражения мнений во всем мире. Свобода слова – это основа функционирующей демократии, а Twitter – это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, расширяя продукт новыми функциями, делая алгоритмы открытыми для повышения доверия, побеждая спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Планы Маска по модернизации Твиттера взволновали американское правительство. Они опасаются возвращения Дональда Трампа, ранее заблокированного в социальной сети. Вся система Соединенных Штатов, связанная с информацией, она подчинена американскому эстеблишменту, то есть американским кругам, которые через средства массовой информации доводят только ту информацию, которая им интересна. И вот Трамп проиграл выборы президента, прошлые выборы президента, да, именно по причине того, что ему не дали возможности открыто участвовать в этом информационном пространстве. Приобретение Илоном Маском социальной сети может создать новые возможности для Дональда Трампа и других оппозиционных деятелей благодаря политике свободного доступа и уравнять шансы на победу республиканцев в ходе выборов в Сенат и Конгресс США. Однако экс-президент заявил, что не планирует восстанавливать аккаунт в Твиттере. Трамп намерен пользоваться собственной социальной сетью Truth Social, в которой зарегистрируется в течение недели. Веста Хомбер, Универньюз.